Всем привет, с вами Народный патруль. Прямо сейчас узнаем о самых ярких событиях недели, снятых очевидцами. Ну а если тебе есть о чем рассказать, то вооружайся камерой, и мы с радостью это покажем. Свои сюжеты присылай в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Instagram народный, нижнее подчеркивание, патруль49. 11 декабря на перекрестке улиц Пролетарской и Наровчатова сбили пешехода. Мужчине не хватило одного шага, чтобы дойти до тротуара. В свою очередь автомобиль Nissan Laurel пролетел на красный сигнал светофора и, судя по видео, даже не пытался объехать пешехода. Так что ситуация кажется довольно однозначной, если не одно «но». Говорят, что у мужчины за рулем случился приступ. В последнее время мы все чаще говорим о происшествиях в самолетах, и эта неделя не исключение. И пока дебошир из прошлого выпуска встретит Новый год в изоляторе, другой чудак заявил, что заминировал в Москве 21 самолет. Один из них летел в Магадан, поэтому уже здесь было решено эвакуировать аэропорт и провести проверку. В ходе нее угроз не обнаружено. Эвакуация аэропорта. Что-то там происходит. 8 декабря в Тенькинском районе сошла лавина. Снегом перекрыла часть дороги, поэтому водителям пришлось самим исправлять ситуацию. Благодаря их стараниям весь трафик проходил по накатанной колее. Полностью дорогу расчистили только к вечеру следующего дня. Когда едешь от Мадауна до Мелькобы со скоростью 30 км в час, есть время подумать. К тому же поездка неплохо встрясет мозги. Осталось лишь пересадить на такой же транспорт всех, кто отвечает за состояние этой дороги. Всем добрый день. 10 декабря. Обращаюсь к нашему губернатору Сергею Константиновичу Носову. Сергей Константинович, подскажите, пожалуйста, почему Тенькинская дорога от Мадауна до Мелькобы в таком плачевном состоянии? Грейдер здесь последний раз проходил осенью, если даже проходил. Дороги не почищены. Дорога в одну колею. Скорость 30 км в час на протяжении от Мадауна до Мелькобы. Обратите внимание, пожалуйста, на этот участок дороги. Все пятаки, они не почищены. Водителям негде даже переночевать. Еще одно видео с трассы. В районе моста через реку Ниарчан перевернулся большой груз. Причины аварии выясняются, однако одной весьма правдоподобной версией готов поделиться автор видео. Так вот работают наши дебильные дорожные службы. Знаки на объезде стоят в единственном месте. Асфальт кончается, начинается конченная дорога. Я в прошлый раз здесь чуть не ушуршал. Знакомый Хайса здесь я вот кувырнул. И вот лежит товарищ. Дорожных служб. Просто. Ну, нет слов. А это объезд. Федеральная трасса Колыма. На улице Речной водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с дороги. Причин может быть несколько, и, пожалуй, одна из них – это погодные условия. Авария произошла недалеко от остановки, поэтому повезло, что рядом не оказалось пешеходов. Похоже, в будущем что-то напутали и отправили на наши улицы Терминатора. Теперь ему нужна твоя одежда, маска и QR-код. Следующее видео прислали из поселка Ола. На улице Ленина возле 38-го дома выкопали ямы под уличные фонари, но установить их, видимо, забыли. В ночное время суток здесь действительно не хватает освещения. Дети вечером ходят и утром тоже в школу. Темно, машина вон идет, выходит из-за поворота, не видать. И вот на вот этом месте отверстие в земле буром. Ну и столба не установили.
самое темное место на пешеходном переходе. Только ты решаешь, что увидят все, поэтому пользуйся моментом, снимай свои сюжеты, и мы их покажем через неделю. Видео присылай в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или пиши в Instagram @народный_патруль49. Ну а приятным бонусом для самого активного зрителя по итогам месяца станет денежный приз. На сегодня это все. До новых встреч!